На улице Коммунаров пожар уничтожил 6 деревянных сараев. Огнеборцы сумели остановить пламя в нескольких метрах от жилых домов. Ранним утром жители домов 41А и 41Б по улице Коммунаров стали свидетелями сильного пожара, случившегося прямо под окнами их квартир. По словам очевидцев, на момент возгорания большая часть жильцов этих двух домов еще спала, а тем временем огонь успел охватить 6 деревянных сараев, которые местные жители использовали как кладовки. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на сухую траву и кустарник и начало подбираться к жилым домам. Однако пожарные сумели остановить распространение огня. Работу специалистам осложнял тот факт, что ближайший рабочий гидрант находился в 2 километрах от места возгорания. Водителям пожарных машин поочередно пришлось несколько раз ездить туда за водой. 11 февраля в 6:36 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре по адресу Коммунаров 41Б. Спустя 7 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Наблюдалось открытое горение хозяйственных построек на общей площади 150 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось поздним обнаружением, а также сильным ветром. Точная причина возгорания пока неизвестна, но местные жители в один голос утверждают, что пожар мог начаться от искр, вылетающих из трубы, находящейся рядом кочегарки. У нас все причина, скорее всего, в кочегарке, потому что из трубы сильно летят искры. Видимо, ночью кочегар спал, потому что у нас прохладно в квартире было. Я проснулась от того, что было холодно. Вот. А потом я проснулась от того, что стала выть собачка. И когда я глянула в окно, уже полыхало вовсю. По словам Елены, подобные возгорания в ее дворе уже происходили, но раньше людям удавалось справляться с огнем своими силами. Сегодня же ситуация вышла из-под контроля, и жители остались без своих сараев, в которых у некоторых из них хранились нужные в быту вещи.